Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Приветствую вас на своем канале. И сегодня хочу поделиться своей покупкой, своей радостью и показать вам, что я наконец-то приобрел. Посылочка мне пришла с магазина Fish Camp, переводится рыболовный лагерь. Хочу сразу заметить, довольно классный магазин. Созвонился с менеджером, очень приятно было пообщаться. Поговорили про лодки, все мне рассказали, все объяснили. И вот такую вот посылку мне оттуда прислали. Кому интересно, кстати, ссылочка магазина будет в описании под видео. А пришла мне замечательная лодка Aquamaster 280. Сейчас я сниму пленку и продолжим видео. Ну что, друзья, распаковал, теперь приступим. Сразу же подумал о своей безопасности и безопасности своих пассажиров. Купил два спасательных жилета. Подумал, брать их надо сразу, потому что если сразу не купишь, это по опыту такое есть. Пока, как говорится, жареный петух взад не клюнет, поп не перекрестится. Поэтому решил сразу взять два вот таких вот жилета. Один жилет взял до 80 килограмм, а второй жилет взял до 100 килограмм. Этот жилет закрывается на молнию, на застежке. Двухсторонний, можно одевать как камуфляжной стороной, так и оранжевый. Кармашки с этой стороны. Здесь в кармане свисток в наличии. Делает жилеты фирма Boy Scout. Плавучесть до 80 килограмм. Камуфляж обычный трехцветный. Так. Вот этот жилет. Производитель фирма Poseidon до 100 килограмм. Свисток в этом кармане. Закрывается на три таких вот защелки. Вот здесь уже камуфляж мультикам. Такой приятный цвет. Также двухсторонний. Можно носить кому как нравится. Но я больше люблю камуфляжные расцветки, поэтому буду выворачивать. Ну, приступим к распаковке самой лодки. Значит, вот в таком камуфляжном мешке с одной стороны плохо, что это не сумочка. Ну, мешок на двух лямках для переноски. Лодка надувная Aquamaster 280. Сейчас распакуем, посмотрим. Такой мешок. Мешок довольно плотный. И я думаю, он даже такой армированный, непромокаемый. Тут сразу вижу даже подарки от магазина. Что очень приятно. Друзья, реально очень приятно. Еще раз повторяю, друзья, в магазине заказывал Fish Camp. Ссылочка в описании под видео. Здесь у нас паспорт изделия. Гарантийный талон. И что приобретал? Лодка Aquamaster, жилет спасательный. И вот такая вот визиточка. Можете поставить на паузу, посмотреть, кому более интересно. Подарочек мне положили
прикормку лещ лесной орех на данную фирму. ВФ я еще не ловил, этой прикормкой еще не пользовался, но с удовольствием попробую, когда буду ловить на фидер. И, друзья, смотрю, положили мне поплопоппер. Давно хотел попробовать вот эту приманочку. Посмотрел видео на ютубе и как бы остался очень впечатлен. И теперь данная приманочка у меня в руках. Так, ну теперь наконец-то мы добрались до лодки. Алюминиевые весла, два штуки разборные. Весла, вторые половинки. Соберем их на пластмассовых защелках. Такая вот лопасть. Так, сразу хочу, друзья, заметить, при покупке лодки сейчас акция идет, дают мягкие накладки на банки, ну, то бишь на сиденье. Две вот таких вот мягеньких накладочки. Тоже очень приятно. Не надо тратить дополнительно деньги и их докупать. Два сиденья в комплекте. Такие вот сиденья. Система электроспас. Зацепа на лодку. Сиденья довольно такие мощные. Где-то 10 миллиметров. 10 миллиметров здесь точно есть. Хорошее сиденье. И наконец-то я добираюсь до самой лодки. Насос и маленький ремкомплект. Конечно, ремкомплектик здесь реально маленький. Рассматривал лодки Лоцман. Там намного интересней ремкомплект. Так, ну, это можно все отдельно докупить. Также, друзья, приобрел такой вот якорь для лодки. И теперь сейчас разложу лодку, накачаю ее и посмотрим уже надутую. Распаковал, разобрал лодочку. Теперь прочитаем обязательно инструкцию. Накачаем баллоны и потом уже рассмотрим лодку повнимательней. Вот лодочка в рабочем состоянии. В рабочем положении. Что хочу сразу сказать. Лодка Aquamaster 280 мне очень понравилась. Пока еще не вышел на воду. На воде уже, конечно, будут другие впечатления. На берегу сниму обзор по данной лодке, расскажу ее характеристики, описание. Ну, сразу хочу заметить,
как Пит довольно вместительный, 2 метра 8 сантиметров в длину, ширину здесь точно 58-60 сантиметров. Как на одного тут места вообще предостаточно. Многие скажут, что для двоих эта лодка мала, но не знаю, здесь вдвоем тоже будет нормально сидеть. Если вещей будет немного, то вдвоем здесь будет вполне хватать места. А если каждый повернется в разные стороны или на бок, то даже не будем мешать друг другу. Понравились швы у лодки, правда. Я думал, швы будут здесь паянные, но они клеенные. Ну, в принципе, сделаны очень грамотно, очень хорошо сделаны. Еще раз хочу напомнить, магазин подарил мне такую вот прикормку. Попла Попер. Две мягких накладки на банке, за что огромное спасибо магазину Fishcamp. Как бы на этом буду, друзья, заканчивать. Теперь встретимся на воде. До новых встреч. Всех благ вам, вашим близким. И не забываем оценить видео лайком или дизлайком.